И всем привет, с вами Мунзерт. Этот короткий ролик я назову «Гостеприимство последователей Дагатура». Вот вы знали, что при достаточном уровне хамелеона с ними можно не только поговорить, но и поторговать. Я вот нахожусь, значит, Кагарун, и вот я по подземелью прошагал вот столько. Тут вот район Красной горы, Кагарун связан подземными туннелями с Красной горой. Вот мы поговорим Дагот Фервас. И господин Фервас нам во имя нашего брата мы требуем мести. Дело в том, что именных дагутов я уже довольно-таки убил внушительное количество. Вот мы можем поторговать, предложить ему даже кое-что. Рубиновый амулет. Я такое не покупаю. Хорошо. Предложим его, ему предложим мясо. Так, продать. Спасибо, заходите к нам еще. Поистине интереснейший диалог. Итак, вот этот вот гибрид муравьеда и альфа. Помните альфа? Ну вот, его братец перед вами. Ставьте ваши лайкосы, подписывайтесь на канал, чтобы узнать еще больше интересного.